Куклоград вновь порадует сургутян. 27 октября стартует 5-й одноименный городской фестиваль. Для сургутского зрителя это долгожданное событие. Куклоград проводится раз в 2 года. Приедут профессиональные театры кукол не только городов Югры, но и Кургана, Тюмени, Владимира, Набережных Челнов и Москвы. Спектакли представят на любой вкус и возраст. Среди них детские «Научи меня летать», «Колобок», «Айболит». Для публики постарше постановки «Шарманка» и «Письмовник». Также в рамках фестиваля на 6 площадках города пройдут более 50 мастер-классов по изготовлению кукол своими руками. Мы ездим на разные фестивали, Галина Валерьевна с актерами, с театром, смотрит другие театры и понимает, что не хватает в репертуаре нашего театра и чтобы мы, чем бы хотели удивить нашего сургутского зрителя. Это очень важно, показать другой театр кукол, другой системы кукол, другой какой-то художественного смысла, выражения. Это очень важно, когда наши зрители могут удивиться и чему-то новому, могут сравнить наши спектакли и, допустим, спектакли других театров.